Победители принимают поздравления. Своих обладателей нашли 6 комплектов наград. Самым юным участницам 9, самым старшим по 11-12 лет. В турнире приняли участие 180 воспитанниц ведущих гимнастических школ региона. Одна из них базируется здесь, в детско-юношеской спортивной школе «Виктория». У нас очень такой старт, потому что все хотят приехать на море. Помимо того, что выступить, еще и, конечно же, отдохнуть и поплавать. Поэтому стараются к нам все приехать по возможности. Очень много интересных деток увидели, новые звездочки приехали к нам. Малышей очень много интересных, очень много с программой уже такой хорошей. Так что я думаю, что мы в дальнейшем увидим во взрослых разрядах. Из 18 призовых мест 8 в активе юных гимнасток из Краснодара, 4 у Новороссийска, по 3 у Славянска на Кубани и Анапы. Тренеры команды города-курорта пояснили, что план в целом выполнен. Для Аэлиты Черкасовой это были последние юниорские соревнования. Она заняла 2-е место. С одной стороны успех, с другой повод для работы над ошибками. Соперницей Аэлиты, занявшей 1-е место, стала Надежда Николаева из Новороссийска. Впечатление очень хорошее, мне очень понравилось. Прям снаряды хорошие. В прошлый раз была 3-я, сейчас 1-я. Самые старшие из участниц соревнований в следующем году будут сдавать нормативы мастеров спорта. Специалисты не исключают, что кто-то из них в будущем будет представлять Россию на международных соревнованиях. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.